восстановим ход истории. Используйте МВП на сингулярность, чтобы открыть разлом в 55-й год. Затем уничтожьте реактор бомбы Е-99. Когда сингулярность взорвется, все встанет на свои места. Приступайте, капитан. Удачи вам. Удивлены? Вы так старались взорвать сингулярность, а я взял и повторил эксперимент. Ну, отдайте мне МВП. Ленка, стойте! Мы что-то упустили. Надо как следует подумать. Историю можно изменить. История пишется победителями, а вы проиграли. История пишется победителями. Точно! Здесь дело не в сингулярности. Это же вы попали в прошлое и вытащили Демичева из горящего здания. Помните? Судьбу. Теперь вам придется изменить ее снова. Демичев не должен выжить. Не выйдет. Вы уже однажды пытались и не сумели. Капитан Ренка, вспомните, кто был там помимо меня. Ренка, постой! Демичеву нельзя! Тем другим человеком были вы. Да, он прав. Вы и есть аномалия. Значит, чтобы исправить историю, вам придется остановить самого себя. То есть убить себя? Вы просите человека пожертвовать собой, хотя вы ошиблись? Сколько раз там уже? Боюсь, Барисов. Вы определенно не вправе давать такие указания. Ренка, не слушайте его. Вы можете спасти мир. Казалось бы. Капитан, вспомните, кем вы были в самом начале. Трутнем из Улья. Я подарю вам новую жизнь. Там все, о чем вы только могли мечтать. Отдайте мне МВП. И мы будем править миром. Ренка, вы хотите стать частью этого мира? Оглянитесь! Посмотрите, сколько зла он уже причинил! У каждого реформатора были критики. Ренка, он не реформатор. Он убийца миллионов, диктатор. Остановите его любой ценой. Используйте МВП на сингулярность, вернитесь в прошлое и убейте себя. Хм, какое заманчивое у вас предложение. Присягните мне на верность и убейте Барисова. Я наделю вас безграничной властью. Решайте сами, капитан. Капитан! Нет! Отлично, капитан Ренко. Я знал, что вам хочется править миром. Генеральный секретарь Демичев – единственный, кто выжил на каторге 12. Имя Барисова стерто из истории. Обладая мощью МВП, вы вместе с Демичевым управляете сингулярностью.
Каторга 12 стала поворотной точкой, позволившей Демичеву разгромить последние остатки сопротивления. Став главнокомандующим, вы превратили армию Демичева в несокрушимую силу. Вы даже нашли применение существам с острова. Вы используете их для первой атаки во всех крупных сражениях. Миллионы людей загнаны в трудовые лагеря. С помощью сингулярности и несокрушимой армии вы уничтожили последние остатки бунтовщиков. Группа «Мир-12» поначалу оказывала сопротивление, но МВП не оставил им ни единого шанса. Через несколько лет советская диктатура дает первые трещины. МВП и ваш опыт применения современного оружия приумножают ряды ваших сторонников. Некоторые даже считают, что у вас больше власти, чем у Демичева. Осознав опасность, Демичев втайне начинает разработку экспериментального оружия на территории бывших США. Поговаривают, будто он создал свой МВП. Столкновение неизбежно. Мир снова втянут в холодную войну между двумя сверхдержавами.